Здравствуйте, друзья. Вот нас все в школе учили, что растения выделяют кислород. Ну, может быть, нас обманывали? Давайте проверим. Это аквариум у Бесочинских. И видите, сейчас достаточно сильный свет и хорошее питание растений. Тут удобрение есть, и СО2. И смотрите, растения выделяют кислород. И через несколько часов, после того, как свет включен, растения этот кислород начинают выделять, и он виден. Видите, вот если свет выключить, наверное, даже вот так лучше. С растений идут пузырьки кислорода. Видите? Почти все растения выделяют кислород. Это можно увидеть. Так что в школе нас не обманывали. На несколько часов оставить достаточно яркое освещение, то вода будет буквально бурлить. И все растения начнут выделять кислород. Не переключайтесь.